Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем. Пришел CCD-диск на 320 гигов. Вот так он был упакован в пупырочку. И вот такая фирма. Диск будет стоять в ноутбуке. Сейчас буду ставить на него винду, покажу. Так, народ, ну вот ноутбук Acer. Открутили эти два болта вот здесь. Добрался я до диска. Ну, его вынимаем стандартно. Значит, тут вот сбоку болты. Раз, два. А, даже, наверное, нету никаких болтов. Пробуем так его достать. Не, на чем-то держится. А, вот, все, он вообще даже не был прикрученный. То есть нам нужно вот эту вот открутить от диска вот железочку и вместо этого диска поставить вот этот. Четыре болтика теперь тащим вот за вот эту. Стоял диск вот такой Toshiba. Ставим вот этот диск. Новый. Так, правильно? Вроде правильно. Ну, то же самое закручиваем так же, чтобы он стоял в этой. Теперь стандартная всовываем, плотненько заходит. Единственное, значит, он здесь вот будет не до конца, потому что он, ну, не родной. Тут надо бы чуть переделать, ну, не хочется мне, он и так будет работать. И вот здесь вот надо будет болтики, сейчас я прикручу. Их не было на старте. А, народ, их и не должно быть, потому что вот крышка. Крышка и держит. Вот они, болтики. Так, все, закрываем крышку. Так, друзья, ну, включается ноутбук. Acer. Ну, говорит вот нам о том, что нету с чего загружаться. Сейчас его перезагружу. Значит, зашел я в BIOS. Значит, смотрим. HDD нам показывает no name. Так, народ, ну вот буквально чуть-чуть там поправил, и вот он появился в сети CSD, вот 360 гигов. Ну вот его серийный номер. Ну, в общем, сейчас будем ставить Windows на него. Первая загрузка прям с него. А, она и так стоит, вот первая. С него начинаем и поехали. Так, ну, запускаем с флешки. Пошел запуск винды, сейчас будем ставить. Поехали. Установка Windows. Тебе его делить, кстати, надо на два диска? Да. Народ, создаем раздел 1.155. Так, вот это мне не нравится, вот эти вот вещи. По 500 мегабайт. Ну, 500 мегабайт сожрало уже все. Так, и создаем еще один вот на вот эту сумму. Чего еще раз 500 мегабайт сожрало? Сожрало, короче, 1 гиг по 500, по 500 с одной и с другой стороны. Это все там решается. Но, в общем, сейчас не будем этим заниматься. Ставим дальше Windows. Копирование файлов стоит на нуле.
Итак, народ, вот поставился Windows. Ну и вот что у нас получается. Значит, диск C. Давайте свойства его глянем. А, давайте вот здесь посмотрим. Управление, там есть мониторинг диска. Вот. Ну вот он наш диск. Как-то так, все работает. Так, что вам показать? Скорость, да, наверное. Давайте мой компьютер. Сейчас вот флешку ставим. Надо же поставить сюда еще офис на этот ноутбук. Ну вот как бы все на ней занято. Так, создать папку. Пусть она будет новая. И все отсюда, что там нам надо. Так, все, давайте скопируем. Смотрим скорость. Ну, эта скорость такая маленькая, походу, потому что такая маленькая скорость на флешке. Так, вот, народ, эта папка скачалась, не стал записывать. Давайте ее просто банально вот так вот скопируем. Прямо на рабочем столе. Посмотрим, что за скорость внутри диска. Ну да, вот она пошла, растет. Дело в том, что сейчас еще там устанавливается винда параллельно. 114 гигов показывает. Сейчас еще давайте вот поставится вот это Windows, там на фоне устанавливается. Скачается драйвер, вот он скачивается на видеокарту. И еще раз без всяких яких повторим. Вот, ну вот вроде бы тут все как бы, ну, подготовила, значит, еще раз берем и копируем, да? Копировать. 128, 130, 150, 140. 140. Ну, такие себе показатели. Ну, может, это на ноутбуке так. Так, ну и последний показатель. Сейчас перезагружается. Смотрим от момента, сколько пройдет времени от момента запуска. Так, вот он запуск пошел. Как долго запускается Windows? Недолго, народ. 5 секунд. Нет, уже больше. Но это ее первая перезагрузка. Получается 10 где-то секунд. Ну-ка, давайте-ка еще разочек копию сделаем. Копировать. Скорости вообще нет. Вот что-то пошла, растет, растет, растет. Сейчас смотрим, до скольки вырастет. 105. И я еще хочу попробовать. Давайте попробуем все-таки не на рабочем столе, а перекинем между дисками. Так, этот скопировался, значит, мы заходим на этот диск. Так, это USB, вот локальный диск E. Ну и, соответственно, так, сейчас. Сюда копировать. Между дисками кидаем скорость 20.11.15, 3.2. Растем. Ну, 120 ее предел. 120, господа. Не 500 и не 600 заявлены, а 120. 120 нам и обычный HDD выдает.
Но SDD все равно работает лучше. Ладно, всем спасибо. Ссылка на аппарат в описании. Всем пока, до новых встреч.